Девочки, вот уехал мой поезд. Ой, капец. Ой, девочки. Блин, зараза, уехал. Блин, так нечестно. Так, ладно, сейчас я, наверное, поеду, значит, в другую сторону. Чувствую стоять, правильно? Ну, девочки, смотрю, значит, следующий поезд через сколько там? Через 4 минуты в Бреннеру. Бреннер. Ну, сейчас поедем в Бреннер. Ну, в ту сторону. Сейчас сяду в поезд, там видно будет. О, а ну. Понятно. Ну, не очень понятно, но можно догадаться по названиям. Ну, ладно. Ладно, девочки. Дали буды. Похоже, день намечается интересным. Ну что, девочки. Поехала я в Бетену. Вообще без комментариев. Я там себе кошелечек наметила. Сейчас, девочки, сейчас он будет моим. В общем, ладно. Буду держать вас в курсе. Вот смотрите, какие водопады замерзшие. Стекает по... с гор вода. Стекала. Все замерзло. Ну, она там, конечно, течет внизу где-нибудь. Все равно вода находит выход. Завтра поедем к водопаду, девочки, большому. Он тоже замерзший, но вода всегда находит дорогу, девочки. Это очень символично. Завтра поедем. Последний раз в этом сезоне. Так что ждите. Ну что, девочки, ахтун, ахтун. Стою я тут, стою. На вокзале, вы же понимаете. Ой. Короче, решила я протестировать кофейный аппарат. Девочки, там видно, да, что не очень видно. Только меня видно, да? Там видно, мне видно, некий резервуар, наполненный кофейными зернами. Также показывающий температуру, видимо, ли... это давление, наверное. Девочки, давление почти 0,6, не знаю. 0,6 бар, девочки. В общем, так, нам нужно выбрать напиточек, да? Сколько стоит, непонятно. Вот, я так понимаю, что вот так надо, да, примерно понимать, девочки. Значит, последовательность действий. Значит, денежку надо сейчас уставить, да? Ну, так, так, 5 евро. Карточку. Так, а приложить телефоном некуда, да? Монетки, значит, сюда. Но я ж хочу за 80 центов попробовать. Гулять так гулять, девочки. Самое дорогое, естественно. Так, значит, make payment сначала пишут, да? Сначала заплатить надо, девочки. Нет, девочки, мне надо такую, я ж выберу, наверное, 70 центов, это такой обычный, типа эспрессо, да? Девочки. Так, а какие монетки принимает? Самые, так, самые маленькие принимает? У меня такие есть, сейчас, девочки, я достану. Секундочку, сейчас попробуем. В общем, девочки, у меня есть такие монетки, которые, в общем-то, нафиг никому не нужны.
Ну, выкидывать деньги, как бы, да, не вообще нехорошо. Поэтому сейчас попробуем их сюда засунуть как-то. Сейчас, девочки, мне надо как-то вас так держать. Сейчас, девочки, под мышкой практически. Так, и еще, и как это делается? Вот так, да, типа, и туда загнать, да? А ну-ка. Чего? Чего? И что? Где-то что-то изменилось? Девочки, наверное, ничего, да? А что тут? А, девочки, они вернулись. Нифига, короче, мы самый дорогой не попьем. Ладно бы, девочки. У меня просто нету столько. Ну, мелочью. Попробовать карточкой, да? Девочки, ну, стрёмно карточкой, честно говоря. Ладно, сейчас попробуем. Была, не была. Блин, ну, честно говоря, стрёмненько. Так, а где она у меня? Сейчас попробуем, девочки. Так. А ну-ка. Всё-таки карту сначала вставлять, да? Чик. И что? И... Можно выбирать, а я ж не выбрала еще. А можно мне просто капучино? Вот такой. А как? И что? А как нажимать? Девочки, а как? И что-то я не поняла. Нифига, да? Так, ну пока ничего не пришло, значит... А, это вот тут, наверное, надо нажимать, девочки. Девочки, надо нажимать. А ну сейчас попробуем. Так, значит, без кофеина нам не надо, шоколад не надо. А, девочки, подождите, латте и вот это же, наверное, да, 80 центов, а все остальные, девочки, по 70, так у меня, наверное, хватит монеток, девочки. Сейчас, короче, будем... Вот интересно, да, девочки? Вот репортаж просто, да, вообще. Просмотров будет миллиард просто, такой репортаж. Девочки, сейчас пробуем. Так, сейчас, подождите, вас на паузу, наверное, пока. Так, я снова здесь. Короче, мы все-таки что выберем? Эспрессо, капучино. Давайте обычный капучино, и не будем, да, морочиться. Так, значит, девочки, у меня есть монетки, у меня есть 70 центов. Вставляем, девочки, 20-ку, чик. Так, что-то где-то засчиталось, девочки, кредиту. Так, кредиту 20, значит, центов. Так, 50 вставляем. Чик, а ну-ка. Так, 70 центов кредиту. И теперь надо как-то выбрать, да? А как выбрать? Ага. Make payment, select. Select. Take. Интересно, а как select? А как, прям тут нажимать, да, девочки? А как, 14, да, тут? Ой, 14. И что, и на эту, да? Вот написано кредиту. И что, и поехали? Да, поехали. А как? Ну я ж выбрала. И что делать? Девочки. Ну блин, а как, девочки? 14 и чик. И куда нажимать? А что там не написано нормально, блин? Девочки, я не знаю, как нажать. А куда нажимать? 1, 2, и что? И что дальше? А как выбрать, девочки? Я не знаю. А как, сюда куда-то? Нет? Все сержут с меня, наверное, девочки. Я не знаю, что дальше делать. Ну, 70 еще. Нельзя нажать его, да? Номер 14. Допустим, сахар добавим и куда? Девочки, а как? А как сделать? Девочки, я не знаю. Так, 1, 2. 2 мы нажали. Так, а где циферка 3, девочки? Ищем. Ищем циферку 3. Вот. А что, и что она нам дает, девочки? Ничего не поняла. Ни хрена не поняла. Девочки, ничего не поняла. Ну, блин, девочки. Ладно, сахара поменьше. 14. А, на 14 10 центов еще надо, оно пишет. А, все, понятно, извиняюсь. Все пишет, девочки. Но у меня нету 10 центов. У меня есть только
девочки, представляете? Ну нету, ну что сделаю? Ну нету девочки. А что оно по два не принимает? По два точно не принимает, девочки. Не принимает. Сейчас. Так, подождите. Девочки, блин, ну нету у меня больше центов. Нету. А давайте попробуем 11 нажать. Ой, девочки. А что это я нажала? Кафе. И пошло делаться, представляете? Наверное, да? Вот ё-моё. А что, я без молока буду, да? Ну ладно. Девочки, что-то там крутится, что-то там это делается. А, вот он, мой стаканчик появился. Девочки. Так, это, по идее, сейчас, значит, кофе помололся, да? Там, значит, что-то насыпалось уже. И сейчас что-то будет, наверное, в стаканчик уже, да? Вот, девочки, оно полилось, полилось. Попробуем. Что, все? Девочки, чик. Вот это и все. Представляете, девочки? Вот это за 70 центов. Вот это и все. Это было, знаете что? Это было кафе эспрессо, девочки. И все. Так, сейчас будем пробовать, подождите. Приехал поезд, поэтому мы сейчас с вами, ну, не наш, естественно. Поэтому я сейчас тут выйду куда-нибудь в парк, наверное, девочки, или прям тут. А он сейчас уедет, наверное. Будем пробовать, девочки. Прям вот на лестнице, да? Я еще не пробовала, девочки. Девочки, а ничего? А в принципе-то ничего. А хорошо. Короче, девочки, ладно, испытаем в следующий раз какой-нибудь капучино. Закрепим результат. Так, что там, куда едет? Так, в Верону сейчас едет. Нам в Верону пока не надо. Ой, смотрите, тут какие-то прям картинки. Это в Тренто, девочки. Ну ладно, мы не будем разглядывать. Все, девочки, я сейчас тут его... Тут, в принципе, на два глоточка. Вот. Выкидываем мусорочку. Девочки, ну это было неплохо, я вам хочу сказать. Так что ждите дальнейший репортаж, следующий. Все, пока. Так, ну что, девочки, я нашла, где будет моя остановочка. Вот она. Вот я поеду таким же автобусом, девочки, только ночью. Сейчас тут посмотрим, можно даже где-то присесть. Девочки, сейчас мы все увидим. В принципе, нормально, хорошо. Так, и Google мне говорит, что я прибыла к месту назначения, девочки. Все, вот у меня будет такой же автобус, девочки. Смотрите, какой тут вид классный, правда? Девочки, во, видите? А цвет какой воды, такой бирюзовый. Обалденный вид, девочки. Тут еще какой-то фуникулер, похоже. Вот, может быть, сейчас мы даже увидим его. Может быть, даже прокатимся. Но, что, но это вряд ли. Вот, и я вам расскажу, девочки, почему я здесь. Я в Тренто, девочки. Я отсюда, скорее всего, буду... ехать в Вену. Я должна была ехать в Вену из Бальцана. Ну, в Бальцана мне неудобно добираться. Ну, вернее, как удобно, но там придется очень долго ждать. 2,5 часа на улице придется ночью. Ночью ждать. Вот. Поэтому я решила
Значит, ехать на поезде, девочки, и не выходить в Больцано, а ехать аж до Трента и сесть в свой автобус в Трента, который потом благополучно приедет в Больцано. Я лучше доплачу 5 евро, ну, посижу лучше я эти полтора часа в поезде, который я должна буду стоять на вокзале, ну, на улице, вот на такой же примерно остановке, только в Больцано. Вот, я лучше в поезде посижу, правильно? И сяду я на автобус здесь. Докуплю билет за 5 евро, ничего страшного. Вот, поэтому я не буду никого просить, никаких там знакомых подруги, чтобы ночью кто-то там вставал, меня куда-то вез и так далее. Да? Всем на работу, я девушка самостоятельная, привыкла рассчитывать только на себя, к счастью или к сожалению, ну, маемо то шо маемо. Вот, девочки, поэтому я буду ехать сейчас отсюда. Вот я прямо сейчас докуплю билет до Больцано. Вот, из Больцано в Вену у меня уже куплен. Вот, и, девочки, поеду я отсюда. Посмотрите, какой чудесный вид. Ну, как можно поехать не отсюда? Ну, вот согласитесь. Так, а что ж там с этим фуникулером-то? Че никто не едет-то, девочки? Что-то я вообще не пойму. Ладно, в общем, разберемся. Пока все. Ну что, девочки, вы поняли, да, где мы? Девочки, сейчас я вам покажу. Видите, мы все-таки я решила прокатиться. Вот. Вы знаете мою любовь к фуникулерчикам, да? Всяким канатным дорогам, девочки. Ну, сейчас поедем. Такая кабинка старая. Вообще дорога эта канатная, я так понимаю, тоже старючая. Стекла поцарапаны. Видно будет плохо, девочки. Ну, ничего страшного. Я думаю, что будет очень живописный вид. Тут ехать-то, в общем, 3 минуты, но... Ну, посмотрим. Значит, билет, девочки. Билетик. Так, билетик не фокусируется, девочки. Сфокусировать нечем. Девочки. О, сам. Значит, билет в обе стороны стоит 5 евро. В одну сторону 3. Вот, значит, карты типа Mobile Card, ну, Mobile Card, девочки, не входит в стоимость. Вот. К сожалению, ничего страшного. 5 евро, в принципе, не такие большие деньги. Можно себе позволить. Так что ждем. Девочки, ну, в общем, короче, кабинка маленькая, людей много. Я думаю, что у нас туда сейчас набьется, как... Ой, как селедки в банке будем. Не знаю, как мы там все поместимся, но, девочки, я думаю, что... И я тут стою, присматриваю, какие мне лучше места занять, чтобы заснять вам получше. Ехать вверх или вниз смотреть? Девочки, я прям не знаю. Прям не знаю. Ой, так кто-то идет уже. И погнали. И заходим, девочки. Быстренько, быстренько выбираем место. Так, девочки, становимся тут. Тут самое непоцарапанное стекло. Самое непоцарапанное. Если что, будем уже... Не, надо было, наверное, туда, девочки. Ну ладно, уже все. Тут лялечка рядом сейчас будет орать, наверное, вам как раз в микрофон. Девочки, нас действительно тут набилось столько, что страшно ехать. Цвет воды вообще потрясающий. И он, в общем-то, почти такой, как на картинке. Прям такой, не знаю, бирюзовый. Так, все, девочки. Надо было все-таки туда остановиться, чтобы вам было наверх видно. Ладно, страшно. У меня еще поездка будет обратно.
молчит. Поехали, девочки. Смотрите, какая река, да? О, девочки, вниз страшно. Опоры две стоят. Наверное, тут мост строится будет, да? Ой, здорово, как вообще вид обалденный. Внизу виноградники. О, девочки, сказочно. Там такой туннельчик в горе. Тоже, в принципе, много. Красота, девочки. Ой, там ребята лежат, загорают, так сказать. Ой, там пасека какая-то даже, девочки. Ну, я вам не увеличу, естественно. Обалдеть. Боже, прелесть, да? И в ту сторону красиво. И в ту. Сюда. Приехали. Тут заходим, паркуемся. Вот это как селедки в банке. Много. Лялечка даже не кричала, почти маленькая. Так, тут нас открывают, девочки, вручную. И потопали. И выходим. Ой, ой. Центр управления, да? О, грация. Так, кто там? Так, девочки, и куда-то пойдем гулять. Немножко. Так, я так понимаю, что они ходят раз в полчаса, да? Ну, мы тут немножко прогуляемся, так, чтобы иметь представление, что здесь. Мы долго не будем здесь гулять, естественно. Так, я вас не выключаю. Вот. Чтобы вы понимали реально, что к чему, сколько тут идти, где что находится. Так, там что-то. Бусы де Орзи, извините, не переведу.
Наверное, имеется в виду какая-то обзорная площадка, да? Чисто логически предположить. Ой, девочки, правда, очень красиво. А? Ой, девочки, обалдеть. Ой, девочки. Ой, боже, аж голова закружилась. Ой, как страшно. Девочки, я же вообще трусиха. Боже, там так страшно. Я в шоке. Боже, у меня аж голова закружилась, девочки. Ну, вид, конечно, обалденный. На горы. Ну, город такой, на горы. Река обалденная тоже. Ну, и там кто-то футбол играет. Футбольное поле. Ну, какой-то замок, что ли, да? А ну, сейчас я попробую все-таки увеличить. Ну, не обещаю, девочки. А ну, опа! Опа! Ну, видно так себе, да? Так, а что, сфокусировать никак, да? Ну, ладно, девочки. Ой, обалденно, просто обалденно. Так, а где там остановочка моя, девочки? Вон поезда ездят, автобусики видно. Ой, прелесть, а? Ну, очень, если совсем вниз смотреть, очень страшно. Прям очень страшно. Раз, и сразу обрыв, у меня голова закружилась. Ой. Так, давайте, наверное, еще немножко прогуляемся. Чуть-чуть. Сейчас обойдем эту толпу орущую. Ой, лавочки стоят. Пожалуйста, присаживайтесь, доставайте свой чаечек. У кого он есть, девочки, а у меня он есть всегда. Так, это что? Это у нас колоночка. Смотрите, можно водички альпийской попить бесплатно. Так, а это что у нас? Какой-то... Какая-то девочки. Ну, это ж, уж понимаю, это ж сцена как раз для меня. Как раз, девочки, для меня. Так, ой, я туда тоже страшно. Я так боюсь на эти сетки, девочки, становиться. Ой, там так падать, если что, далеко. Очень оптимистично, да, девочки? Я, пожалуй, его тут можно обойти, я лучше обойду. Ой, а что это такое? А что это такое падает с дерева? А что это за дерево такое? А что это такое, девочки? Кто знает? А что это? Интересно, вон они прям валяются на земле. Похоже на елочку какую-то разновидность. Вот такое, смотри. Ну, непонятно, что это, да? Так, пока никого нету, значит, быстрыми скачками. Значит, девочки. О, ну конечно. Ой-ой-ой, боже, у меня сразу голова кружится. Нас это не остановит, правда? Боже, как страшно, девочки. Кажется, что сейчас провалишься туда. Ой-ой-ой. Ой, девочки. Ой, страшно. Боже, вниз так страшно смотреть туда. Ой, боже, вот так идти, знаете, как страшно. Там как сейчас раз... И как, боже, как страшно. Я не представляю, как по тому мосту, помните, стеклянный мост где-то там в Китае? Помните, когда там ползали, кричали, в общем, не своими голосами люди, девочки. Я сейчас их так понимаю, хотя передо мной не видно никакого там обрыва или что-то под ногами, но это все равно так страшно.
Если сейчас эта сетка... Боже, мне... Все, у меня голова закружилась, девочки. Мамочки! Боже, как страшно! Ой, девочки, я говорю, не могу с места сдвинуться. Голова кружится. Ну что так, Галя, Галя, работаем. Работаем над собой. Мамочки. Там еще какая-то, смотрите, так можно пройти туда. Я не знаю, но прыгать туда вряд ли, конечно. Потому что там скалы, наверное. Видите, да, такое? Можно там спуститься, подойти поближе, девочки. Но я туда не пойду, простите. Простите, но не пойду. Я без памперса и, соответственно, девочки, не пойду. Юмор пятиклассника, да? Ой, обалдеть, как красиво. Ой, девочки. Ой, мне надо тут постоять, чтобы как-то над собой поработать. Ой, девочки, все, все, пока выключаю. Девочки, ахтун-ахтун. Я тут на такой смотровой площадке, девочки, я очень хочу себя преодолеть и подойти к тому краю, там сфотографироваться, к этому углу. Я очень-очень боюсь, потому что там такая огромная высота. У меня сразу же подскочило давление. Все, что только могло подскочить, подскочило. Все, что могло упасть, упало, девочки. Все, что могло скрючиться, скрючилось. Я не знаю. Я не знаю, как мне, какие мне должны быть аргументы, да, чтобы... Ну, знаете, у меня нет соцсетей, я не фотографируюсь, не выкладываю нигде свои фоточки, ничего такого, в общем, ну, я не делаю никаких-то видео там экстремальных тут, я не буду сейчас вам тут прыгать, слазить. Мне просто хотя бы вот туда подойти, девочки, вот туда подойти, вот туда. Блин, я очень боюсь, потому что здесь, видите... Такая сетка, ну, металлическая, как сказать, вот, через которую просвечивается все, что видно внизу. Безусловно, это, конечно, не стеклянный пол. Девочки, я буду просто... Знаете, зачем я включилась? Потому что я, когда включается камера, девочки, меня как подменяют. Я все могу сделать. Я, значит, если надо будет, я... Не знаю, искусственное дыхание сделаю, и ногу пришью, и там, если вдруг чего, да. Ну, все что угодно, в принципе, девочки. И тут что? Что, я не смогу подойти к краю, девочки? Ну, тут же не стекло, не есть поручни железные, сварочка такая, конечно, пытливый глаз уже углядел там ржавчину, девочки. Естественно, ну, я думаю, что... В силах это преодолеть. Тут, в принципе, особо преодолевать пару метров. Девочки, ну это очень страшно. Я там снимала на обзорной площадочке, и, ну, прям голова закружилась. А тут и подавно. Очень, очень страшно. Тут как бы, я не знаю, насколько вам видно, девочки. Ой, как страшно. Тут просто там уже внизу трава и сразу обрыв. Сразу обрыв, девочки. Видите, как там страшно. Вы представляете? Если вдруг что? А я тут одна. И тут, как говорится, не пришлось даже 3 года никого собирать на корабль, девочки. Я вроде бы была хорошей девочкой, девочки. Ну, прям, не знаю, послушной была. И не обманывала. Ну, старалась. Девочки. Но я так грешила в еде, девочки. Я не знаю. Видите, у меня даже брови дыбом стали, девочки. Просто дыбом. Я еще делаю пару шажочков, девочки. И все страшнее и страшнее. О, девочки. Слава богу, никого нету, боже. Ой, как страшно. Боже, это еще такой ветерочек. Если подул, все, девочки. Ой, как страшно. Очень, девочки, очень-очень страшно. А если смотреть туда, не будет так страшно, да, девочки? Там люди пошли, которые ехали со мной на фуникулёрчике. И они... Ой, кто-то кричит. Не надо так кричать, пожалуйста. Не кричите. Девочки.
Девочки, это очень страшно. Так страшно, я стою, у меня просто кружится голова. И все, и сразу в виски стучит, и сразу прям вся жизнь перед глазами, девочки. Девочки, сразу же. Тут, в принципе, я уже почти дошла. Я так незаметно, я как бы с вами общаюсь, да, сама там, значит, задом, как каракатица, значит, назад, пятимся назад, Галя, беремся за поручень, не все так страшно. Девочки, это очень-очень страшно, очень страшно. Вот, на любителям фоточек, пожалуйста, можно сюда приехать, и будут замечательные фотографии в Инстаграм, девочки. У кого он есть? У меня его даже нету. Поэтому в комментариях даже не спрашивайте. Ну, или где вы там, вайберы, да? Девочки, в принципе, не так и страшно. Вообще не страшно. Вот я стою, вот абсолютно не страшно. Вот что мне должно быть страшно, правильно? Здесь железная... Ой, проржавевшая, девочки. Ой, блин, как страшно. Ой, девочки, ой. Все, у меня просто сейчас голова лопнет. Ой-ой-ой-ой-ой, как страшно. Все, я хочу прям так аж совсем дойти. Девочки, я думаю, что там люди на меня смотрят и ржут, наверное. Видите, какая красивая, девочки. Правда? Просто чудо. Чудо. Это я так себя успокаиваю, девочки. Вот, идут еще девочки. Девочки, не надо, не ходите сюда. Здесь вообще нечего смотреть. Девочки, очень-очень-очень страшно. Нет, не страшно, вот когда спиной стоишь, в принципе, когда ты не видишь, то вообще не страшно. Вообще не страшно. Девочки, не расшатывайте, пожалуйста. Аккуратненько идем, аккуратно. Не надо тут топать. Это создает вибрации. Девочки. Да? Будем отвлекаться, девочки. На себя. Смотрите, какие у меня щечки. Круассановые, да, девочки? Ну ладно. Сейчас будет самое-самое интересное. Я, девочки, должна это сделать. Я должна развернуться и посмотреть в глаза своему страху. Я должна это сделать. О, девочки. Видите, я уже на углу. Вот я практически, девочки, я уже подсунулась туда. Вот так вот, таким вот образом, девочки. И я должна... Девочки... Ой, как страшно, боже, мне так в виски стучит, я вообще не могу. А, ну я сейчас вот возьму, девочки, и как развернусь. Боже, аж тошнит. И посмотрю в глаза своему страху. Я вообще боюсь высоты, вы же знаете, я ужасно боюсь высоты, девочки. Просто страшно боюсь высоты. Но сейчас мы с вами вместе, девочки, вместе с вами мы это преодолеем. Правда? Там девочки стоят, совершенно спокойно все фотографируют. Тут же взрослая, не знаю, образованная женщина, два высших образования, какой-то уже багаж, опыт за спиной, да, присутствует. Ну что так какаться, я не понимаю, девочки. Ну все, я начинаю вот туда смотреть, вдаль. Девочки, вместе с вами, да, смотрим. Девочки, вам же ж видно, я надеюсь.